В 2021 году плановые отключения горячего водоснабжения в Одинцовском городском округе стартуют 1 июня и продлятся до 1 сентября. За 14 календарных дней, отведенных для профилактических работ, проведут модернизацию трубопроводов и оборудование котельных. Ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения на территории муниципалитета можно на интерактивной карте ресурсобеспечения МКД, на которой отображен весь жилой фонд Подмосковья.